Ой, всем-всем здравствуйте. Все, я уже практически собралась на низком старте. Здесь вот у меня вещи осталось в рюкзак сложить. Мои доллары, евро, миллиарды мои. Вкусняшек немножко купила. Всяких разных. Ну, такие вот снеки с собой поесть. В общем, одежду уже складываю. Это что это за маленький зверь? Вот мой рюкзак стоит. Ну, а надо же с малышами-то попрощаться вкусненьким чем-нибудь. Ушами, например, любимейшими. Так, а кто тут уже сбрасывает одежду чистую? Вот они, монстрики. Подождите, подождите. Все, будете так сидеть. Шейх, это что за безобразничество? Так, всем по одному ушку. По одному, миленький. Всем-всем сейчас затань. Так, так. Кто не берет? Милуся, Милуся. А где Фиюся? Фиюся моя. Феюшка, феюшка, красавица, девочка. Милая, вот молодец. Шейх, ты без уха остался, да? Сейчас дадим, сейчас. Как это, шейх и без уха? Ты с ухом, вон твое ухо лежит. Вон, вон, лежит. Так, а что это вы без ушей? У вас кто-то отнял? Милусик. У тебя и лежит ухо, Герасим. Лежит, лежит, вон у тебя ухо. Че это ты? Как дуралей. Все, разбирайте свои уши. А, Вигуська на улицу поскакала. Кушают все. Никого не слышит. Ой, только хруст стоит. Вы посмотрите. Лисонька, вон бери ушко. Держи, Лисонька. Молодец. Стройняшка наша. Так, вот здесь вот. Как раз ухо Герасиму. А то Герасим что-то прохохотал ушко. Так, эти здесь кушают, никого не... А нет, вон и Герасим с ухом. Одно ушко кто-то по два раза взял, да? Вигуся кушает. Все кушают, все. Все молодцы. Все довольны. Ой, какие вкусные ушки, да? Ляпота-то какая. Лепота и красота. Вкуснота. Вкусненько, да, скажи так, вкусненько, вкусненько, говорю. Ушки, скажи, любимые, наконец-то мамка дала. А то жадничала, зажимала ушки, да? Ну вот, а я собираться.